Так, мы можем начинать. Добренькое утречко. Всем, кто проснулся, кто готов позаниматься. В эфире Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. Вот, начнем. Давайте начнем уже. Время есть. Время уже 8:02. Начнем с тишины, начнем с неподвижной любой позы. Давайте спинку прямую сделаем. Такая маленькая, коротенькая медитация, настройка. Руки как удобно можно положить. Никаких особых требований. Просто останавливаем какие-либо действия. И понаблюдайте, что происходит. Какие ощущения, какая погода внутри. Как ощущается, ну, что-то в теле. Какое состояние или какие эмоции сейчас присутствуют. Осознавание эмоций, выделение их, умение их увидеть. Любые эмоции, какие появляются у нас, это тоже важно знать, осознавать, знать, что сейчас я испытываю. Чувства, какие сейчас приходят. Мысли. Состояние ума. Ну и вообще общее психическое состояние. Вялое, сонное, бодрое, ясное, и, там, инертное, раздерганное, так все вот крутится, крутится. Или однонаправленное. Какое бы состояние ни было, просто отмечаем, что сейчас есть. И давайте сделаем таких 3 настроечных вдоха и выдоха. Вот очень важно такими способами пользоваться в повседневной жизни. Если чувствуете, что что-то вот пошло не так, можно сделать 3 вдоха и выдоха. Давайте сделаем сейчас вдох. Длинный выдох. И еще вдох. Как вздохи такие, как вот кошечки, собачки. Иногда так идут, и как вздохнули. Выдох. На выдохе все отпускаем, расслабляемся больше. Еще вдох. Выдох. Посмотрите, что поменялось. Хорошо, и давайте сейчас йоговскую практику сделаем дыхание, дыхание уджайи, ладошки на живот и позвольте животу двигаться на вдохе вперед, на выдохе назад. И давайте сразу будем делать до вдох и втягивать живот. Вдох. Выдох, да, выдох, вдох, выдох, да, выдох, дыхание уджай на вдохе О, звук О, шепотом про себя. Выдох, звук А, да, выдохнули, и пауза после выдоха небольшая. Вдох. Давайте пауза после вдоха. Выдох.
тянули. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вот, и самостоятельно еще несколько циклов. Вот, важно активировать вот область живота, дыхательную систему. Давайте еще немножечко включим структуру головы. Дыхание. Отпускайте сейчас вот это уджайи, дыхание капалабхати. Капалабхати, импульсное дыхание, выдох, резкий выдох через нос. И произвольный вдох. И вот этот выдох у нас бьет туда через носоглотку в структуры мозга, охлаждая вот этот ликет и мозговую жидкость и действуя на структуру головы. Давайте один цикл сделаем. Мощность добавляем. Мощнее. Ноздри раскрываем. Вдохнули. Не дышим. Щеки надуваем. И давайте плечами подвигаем. Да, вдох. Выдох, втянули живот, промежность, голову и подреберную ямку. Втянули все. Три замка. Нижний, средний, верхний. Можно во время втягивания помассировать животик. Хорошо, ставим. Вдох, выдох. Наблюдаем, что поменялось. Добавилось ли ясности, такой четкости в голове, в глазах, в ощущениях. Итак, 5 тибетских жемчужин. Двигаемся дальше. Плюсы, минусы. Можно. Мое личное мнение. Мое личное мнение, это достаточно простая гимнастика, она эффективна. Мы сейчас это еще раз сделаем, уже будем по 9 повторений. Вчера мы делали 6 повторений, сейчас будем 9 повторений делать каждого упражнения. Давайте мы сейчас это сделаем, потом сядем и посмотрим, что поменялось. То есть не слушаем там какое-то чужое мнение, а испытываем на себе. От себя скажу, что для меня она достаточно скучная и однообразная, потому что, ну, представьте, каждый день делать одно и то же. Но кому-то это подходит. Вот лично для меня мне важен творческий подход и такое движение. Движение творчества, чтобы тело у нас было как... И каждое телодвижение это были как буквы. Мы их складываем в слова. Слова складываем в предложения, и мы можем из этого сочинять метафорические там, стихи, романы, рассказы или короткие смс-ки. Вот. И для меня это так выглядит. То есть из разных форм
мы делаем, причем для меня уже нет разницы, там это будет йоговская какая-то ортодоксальная, ну, какая-то классика, или цигуническая, или тайцзицуань, айкидо, медитативные буддийские техники. Все это можно друг в друга так встраивать, синтезировать. Хорошо. Также есть ограничения, конечно же, но те, кто занимается, вот у меня уже на занятии, я поэтому и не говорю, что если уж занимаетесь со мной, то ограничения, скорее всего, уже нет. Ограничения – это различные острые состояния, как внутренних органов, так и позвоночника. Это, я думаю, понятно, да, всем? Поехали. Первое упражнение мы стоя делаем. Будем закручиваться по часовой стрелке. Отследите, как вестибулярный аппарат тут у нас работает. У вас, у нас, да? Отследите, как вы при этом. Если будет головокружение, такое неприятное, дурнота, то меньше делаем, садимся, ложимся, предпринимаем какие-то действия. Давайте руки в стороны. Сегодня у нас 9 повторений каждого упражнения. Поехали. Чтобы голова сильно не кружилась, ну так, чтобы более-менее так себя собрать, смотрим куда-то в одну точку. 1. 2. Не надо сильно кружиться. 3. Достаточно медленного. 4. 5. 6. 7. 8, 9, остановились, хорошо, садимся. Следующее у нас поднятие ног до 90 градусов. Поднимаем ноги на вдохе. Ладошкой опираемся в пол, делаем вдох, подняли ножки. Все очень просто. Подбородок на грудную клетку. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Можно чуть усложнить и не касаться пола. Вот сейчас. Оп, и не касаться пола. Четыре вдох. Пять вдох. Выдох. 6. Выдох. 7. Выдох. 8. Выдох. 9. Выдох. Отдохнули. Легли в позу шавасана и пронаблюдали, как это повлияло на ощущения. Хорошо. Ножки поднимаем, сгибаем, беремся за бедра, садимся, перекрещиваем ноги и переходим в позу на коленочках. Поясница, таз, бедра. Вот мне нравится за бедра себя держать, вот, упираться в бедра. И на вдохе мы прогибаемся. Вдох. Выдох. Подбородок на грудную клетку. Давайте вот так. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. 6 вдох. Выдох. 7 вдох. Выдох. 8 вдох. Выдох. 9 вдох. Выдох. Садимся. Наблюдаем. Все, что мы не делаем, все, что мы не делали, в режиме наблюдения, в режиме такой
Динамическая медитация делаем. Хорошо, следующее. Садимся. Ножки вместе. Носочки на себя, ладошки возле таза. Макушка вверх. На вдохе поднялись. Согнули колени. Вот. Так, давайте отставляем немножечко вот сюда. На вдох. Выдох. Подбородок на грудную клетку. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Шесть. Вдох. Выдох. Семь. Вдох. Выдох. Восемь. Вдох. Выдох. Девять. Вдох. Выдох. Хорошо. Наблюдаем. И пятое. Уже пятое упражнение. Встаем собаку головой вниз. Вот таким образом. Делаем вдох. Выдох. Собака голова. Ой, собака головой вверх, потом собака головой вниз. Выдох. Давайте. Или отсюда лучше начнем. Вдох. Вдох. Пошли вперед. Выдох. Назад. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Шесть. Вдох. Выдох. Семь. Вдох. Выдох. Восемь. Вдох. Подбородок на грудную клетку. Выдох. Два. Девять. Вдох. Выдох. Садимся. И наблюдаем. Вот мы по 9 повторений сделали. Вот, наблюдайте, отмечайте, кто что чувствует. Значит, чего не хватает лично мне, да? У нас основное действие было прогиб, антипрогиб, да? Прогиб, антипрогиб. А у нас еще позвоночник двигается вот в этих плоскостях, то есть в скручивании и в сагитальной плоскости, то есть вот в этих. То есть не хватает для полноценного такой, для полноценной гимнастики еще других действий. Это вот мое мнение. Поэтому мы сейчас будем второй подход делать, более расширенный. Хорошо? Развернутый и более ежистый. Сразу начнем. Ложимся. Нет, мы стоя начнем. Стоя. Только крутиться уже не будем. Стоя. Давайте мы сделаем восьмерки лучше. Ладошки вверх смотрят. И мы делаем вдох, пронося ладошки вверх. На выдохе проносим ладони вниз. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Тоже по 9 повторений будем делать. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Шесть. Вдох. Выдох. Семь.
Выдох. Восемь. Скругляем спинку. Выдох. Один. Выдох. В другую сторону. Назад крутим. Раз. Вдох, выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Разноименные руки. Правая вперед, левая назад. Раз. Два. Если что-то не получается, мы пробуем сделать. Все, каждая попытка в зачет. Каждая попытка в зачет. Четыре. Пять. Шесть. Левая вперед, правая назад. Раз. Одновременно или по очереди смотрим, что может тело сейчас сделать. Два. Чем больше используем ум, тем сложнее. Надо дать телу работать. Четыре. По шесть раз я делаю. Пять. Вот эти вот разноименные. Шесть. Хорошо. Бросили. И расслабленные руки. Просто их оставили в покое. Руки у нас полностью расслаблены. Плечи расслаблены. Относительно оси своей, оси позвоночника, двигаемся. Вот такое у нас будет кручение. Хорошо. Правой ножкой покрутим. И вот такое кручение. Из чего еще не хватает? Вот таких движений в тазобедренных суставах. Более сложно. Ага, другая нога. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Угу. В сторону. Покрутили. Ой, покачали в сторону. Максимальную сторону. Максимальную сторону. Ага, в другую сторону. Ой-ой-ой. Качаем, раскачиваем вот так ногу. Раз. Можно с руками. Три. Четыре. Пять. Шесть. Угу. Теперь вперед-назад. С руками тоже. Раз. Четыре. Пять. Разноименная. Левая рука, правая нога. Вперед идет. Хорошо. Поменяли. Вторую ножку. Пять. Шесть. Хорошо. Постучали пяткой в ягодицы. Хорошо. Все, встряхнули. Не хватает еще, вот, на мой взгляд, тибетских жемчужинах, такой разминки суставной. Суставной на различные уже суставы отдельные. Там, части тела, да, шея, давайте, право-лево. Право-лево. Наклоны. Вперед-назад. Повороты. Эту элементарную гимнастику для шеи можно делать, даже если вы не можете встать с компьютера, вот сидите на компьютере, за компьютером работаете, ну не встать, нет возможности. Ну потяните одно ухо, второе, повернулись, сделали более сложные какие-то движения. Энергия пойдет в голову, энергия пойдет по позвоночнику, будет лучше состояние. Ну, лучше встать. Хорошо.
Садимся, ложимся на второй вариант, усложненный второго тибетца вот этого, да? Что у нас было? У нас было ножки вот это. А будет сейчас с вами ножки за голову. Вдох, выдох. У кого руки есть возможность за головой держать, держим за головой. Давайте, два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Семь. Восемь. Девять. Остались в хавасане. В хавасане покачались вправо-влево, вперед-назад. Тазом можно покрутить. Хорошо. Пока тело еще после сна не разогретое, всегда сложнее какие-то асаны делать. Потрясли руками, ногами. Потрясли. И второе усложнение, ну, вторая, скажем, отсюда что мы можем сделать еще? Усложниться немножечко, руки в стороны, и мы будем теперь ноги не вниз, вверх, а вправо-влево, тоже вниз, вверх, вправо-влево. Давайте, наверху вдох, слева выдох. Вверху вдох, справа выдох. Смотрим влево. Вверх вдох, вниз выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох справа, лопатки на полу, вдох, выдох слева, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Еще раз встряхиваем. Трясем руки, ноги. Капиллярное встряхивание. Вот это вообще обязательная тема на каждый день. Причем неважно, какая у вас нагрузка на тело, много ходите или много сидите, вот это для всех. Хорошо, садимся. На коленочки. Следующий вариант. Почувствуйте, во-первых, как это воздействует на тело, вот предыдущее упражнение, комплекс вот этих воздействий. Теперь плечики назад отводим. И если есть возможность, ставим на пяточки. Если нет, остаемся здесь. Как в предыдущем варианте. Можно, у кого хороший прогиб, можно носочки вытянуть на ногах и встать на пяточки в таком положении. И у нас будет на вдохе мы толкаем вперед. Таз. Выдох. Смотрим вперед. Вдох. Смотрим назад. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Если не хватает гибкости, поднимаем. Вдох. Ну, если слишком экстремально. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Семь вдох. Выдох. Восемь вдох. Выдох. Девять вдох. Выдох. Садимся.
наблюдаем. Дальше. Ладошки сзади поставили, ножки спереди. Начинаем вот с этой позиции. Пальцы рук вперед, смотрят пальцы ног вперед. Все у нас колени, стопы, плечи и ладони, все на одной линии. Справа и слева, две линии. Вдох, таз вверх. Выдох, пробуем таз не класть на пол, а отодвинуть на вытянутые ноги. Вдох, назад, между рук. Выдох. Вдох. А теперь к пяткам. Выдох. Подняли, вдох. Рука. Выдох. Левый вдох. К пяткам. Левый вдох. Между рук. Вдох. Выдох. Подбородок на грудную клетку. Вдох, посмотрели назад. Выдох, подбородок на грудную клетку. Вдох. К пяткам. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, наверху задержались. Вдох. Стоим. Выдох. Правую ножку вверх. Вдох. Опустили вниз. Выдох. Левую ножку вверх. Вдох. Опустили вниз. Выдох. Таз выше. Вдох. Таз между ладошек. Голова к коленям. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз пяткам, выдох. Вдох. Колени к голове. Выдох. Ножки вверх, вдох. Вниз. Выдох. Согнули. Выпрямили, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Бабочка. Отдыхаем, бабочки. Вдох, выдох. Если спина сильно заваливается, руки сзади. Тоже хороший вариант. Растягиваем вот паховые структуры. Ребрышки при этом от таза оттягиваем вверх. Ну, отлично. Можно покачаться. И переходим к следующему варианту. К заключительному. Чувствуете, как все поменялось? Все чувствуют? Переходим собака головой вниз. И можем делать предыдущий вариант на прямых руках или с подныриванием в прогибе. Можно чуть пошире ручки поставить. Вот таким образом. Вдох. Выдох. Вот с касанием грудной клетки. Один. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Спина скажет спасибо. Выдох. Давайте после выдоха втягиваем живот. У Дианы Банхи вообще замки обязательные условия для продолжающих. Новенькие пока могут то, что умеют, то, что получается, то и делать. Кинули живот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох.
Втянули живот. Выдох. Выдох. Втянули живот, отдыхаем здесь. Вдох, выдох. Глубокий вдох, глубокий, длинный выдох. Попереминали с ноги на ногу. Пяточку одну в пол, другую в пол. На носочках подняли, таз справа опустили, выдох. Таз вверх, вдох. Таз влево, выдох. Таз вверх, вдох. Таз справа, выдох. Вверх, вдох. Слева, выдох. Хорошо. И еще ноги нам надо подключить ко всему процессу. Левая нога вверх, вдох. Голова, колено, выдох. Вверх, вдох. Голова, колено, выдох. Вверх, вдох. Колено, голове, выдох. И донесли ее дальше. Поставили колено в пол. Вытянулись, вдох. Выдох. Руки вверх, вдох. Почувствовали все линии натяжения. Выдох. Отшагнули назад. Вдох. Выдох. Правая нога вверх, вдох. Колено к голове, выдох. Вверх, вдох. Колено к голове, выдох. Вверх, вдох. Колено к голове, выдох. И нанесли ножку к правой ладошке. Колено вниз. Вдох. Вытянулись. Выдох. Вдох. Выдох. Отшагнули в планку. В планке вдох. Выдох. На правой руке вдох. Выдох. Ручку подняли, таз подняли. Вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх. Вдох. Поменяли. Выдох. Держим на левой руке. Вдох. Туловище. Выдох. Правая рука. За голову. Вдох. Вниз. Выдох. Вдох. Опустились на две ладошки. Выдох. Согнули локти. Вдох. Выдох. Колени в пол. Грудную клетку в пол. Вдох. Таз наверху. Выдох. Поза ребенка. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Садимся. Любую позу. Выравниваем окончательно дыхание по позвоночнику, по задней линии вдох, двигаемся через макушку в небо, по передней линии выдох, через промежность в землю. А потом замыкаем все в колечко. Промежность, макушка, сзади мы вверх поднимаемся, спереди вниз. Сзади вверх, спереди вниз. Так, надеюсь, разница была видна. Упражнения 5 тибетцев хорошие, ну, такие нужные, полезные. Последнее, когда мы делаем собаку головой вниз и собаку головой вверх, вот это, да? Вот когда мы
Здесь у меня вопросов нет, а вот здесь, если нету понимания, как с телом здесь обращаться со своим, то большая вероятность пролома, провисания в поясничном отделе. И вот это, обращайте на это внимание, собака головой вверх, собака головой вверх, лучше заменять на кобру, чтобы была опора бедер. Почему? Потому что опасность с поясницей сделать что-то не так. Ну, то есть подтереть, там, подшатать, ушатать поясничный отдел за какое-то время, вот в этом упражнении можно. Поэтому вот такую динамику я даю через такой более силовой вариант, чтобы мышцы включались, чтобы не просто мы болтали туда-туда-туда, а чтобы мышцы включались. И у нас, когда мы выныриваем со всем мышечным корсетом включенным, то уже провисание, ну, варианты провисания и заломов поясницы уже меньше. При этом, если мы включаем и чувствуем ягодицы, чувствуем бедра, чувствуем, если мышцы квадратные поясницы, они будут держать эту структуру. Если мы просто на руках, ну, скажем, новичок, с большой долей вероятности себе начнет повреждать поясницу. И йога, омоложение, исцеление и прочее, там, что там на нее понавешали, на 5 тибетцев, может превратиться наоборот, в ухудшение состояния. Но это надо знать, технику безопасности. Вот этот момент я вам объяснил. На сегодня мы будем заканчивать. Давайте тишиной закончим. Кто хочет, может лечь шавасану. Утром она не обязательно, но короткая шавасана тоже хорошо. Нашли на своем лице улыбку, расслабили лицо, расслабили голову, шею, плечи, грудную клетку, спину, живот, таз, промежность, ноги. И давайте сделаем 3 глубоких вдоха и выдоха. Вдох. Выдох. Ладошки кверху. Вдох. Выдох. Кончики языка на верхнем небе. Вдох. Выдох. Большие указательные пальцы вместе. И еще раз прикидли. И можно несколько раз в день сегодня мысленно раскрывать или немысленно раскрывать вот так вот ладошки и произносить мантру дня. Я открываюсь всему хорошему. Раскрываем сердечный центр и запускаем все хорошее. Спасибо. Все. До завтра. Завтра продолжение вот этого сериала. По тибетским жемчужинам разбор полетов. Всем прекрасного дня. Так, поднимайте руки, да, спасибо.